Всем привет, дорогие друзья мои и подруги, с вами, как всегда, Алекс, и это Баркхам. Баркхам — это игра, мне напоминает Red Alert, и, как вы видите, она еще не в релизе, но мы можем демонстрационный уровень, да, можем войти. Здесь есть фракции, недоступна в этом режиме. Ну, потому что это демонстрация, и, если честно, у меня на канале давно не было никаких стратегий. А это прямо ностальгия по добрым старым временам. Это что такое? А, это электростанция. Вот, ностальгия, Red Alert, Command and Conquer. Если ты это все помнишь, так это что, завод? Обогатительная фабрика, да. Это обогатительная фабрика. И я, пожалуй, обогатительная фабрика, наверное. А, казарма есть, казарма. Давай построим казарму. А где мой... А, вот, сборщик, смотри. Если ты помнишь, да, то Red Alert и команда Conquer. И очень много игр подобных было раньше. Будьте осторожны, он собирает обогатительный дорогой песок нам. Это интересно, это интересно. Готово, казарма готова. Казарму давай где-то здесь воткну я. И так, турель, тяжелая турель. Давай сделаем тяжелую турель. Авиазавод, есть завод. Я хочу завод тоже поставить, но я уже вот это вот начал делать. Так, на самом деле мне, наверное, надо поставить завод. Я что-то обогатительную, этот не обогатительную, тяжелую турель что-то сразу воткнул, потому что я боюсь, что на меня нападут. Давай ее сюда куда-то кинем. Вот, потому что я внизу карты как бы. Так, давай завод, давай завод. Давай завод поставим. Мне бы этих сборщиков побольше, если честно. На самом деле. Так, обогатительная фабрика. 900 аж, нифига себе. Ну, может завод построю, там будет что-то. Но я не уверен. Я не уверен. Сейчас построим. Ага, нету у нас ресурсов. Давай быстрее. Давай быстрее. Чувак, собирай песочек свой. В казармах я могу уже делать пехотинца. Ничего себе. Могу делать пехоту. Ультра-графика, демо-версия. Но ничего, давай сделаем. Давай сделаем пехоту. Не, давай не будем делать пехоту. Давай доделаем все-таки завод. Он 700 стоит. Этот приносит 500. И на завод нам снова не хватит, что ли? Нам не хватит. Блин, мне надо тяжелая техника. Мне турелька это... О, готово. Так, завод. Поставим здесь где-то. Нифига себе, мне надо вот это. Я понял. Недостаточно энергии. И у нас что-то отключилось. Это что, казарма отключилась? О, сборщик. Я могу делать сборщик, могу делать танк. И могу делать рейнджера уже. И я бы сделал два сборщика вот сразу после электростанции. Два сборщика сделал бы. Потому что у меня, ну... А, у меня построить сборщиков, смотри, сколько надо. Дофига надо. Тут турелька, ну очень медленно ты едешь, дружище. Ну, пожалуйста, давай быстрее. Давай быстрее заезжай. Так, есть, электростанцию строим. Строим, 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 строим. Давай электростанцию. Что не включилось? А, подключить. Подключить все, сборщики, давайте. 600, нифига себе, это много. Это много очень ресурсов для сборщика. Собери, пожалуйста. Недостаточно ресурсов. Да я понимаю, у меня войск никаких до сих пор, ничего нету. Вообще ничего, собирай быстрее. Блин, надо вот здесь еще второй завод, наверное, обогатительная фабрика 2 поставить. Хотя, мне кажется, сборщики... Если будут собирать, и их будет больше чуть-чуть, то все нормально будет. Давай, едь. Мне надо еще один сборщик. Мне надо танки, наверное, пару танков и пару рейнджеров. И также авиазавод хочу. А потом технический центр. 1000 стоит. Фига себе, что там можно производить, я даже не знаю. Я даже не знаю, что в техническом центре можно производить. Так, что там, сборщик готов? Где? О! Иди сюда. Иди сюда. Собирай. Собирай здесь, да. Харверстер. Собирай. Собирай. Нам надо ресурсы. У меня еще один харверстер строится. Очень надо ресурсы. Собери, пожалуйста. 3 харверстера будет. Но мне надо какая-то оборона. Колесный танк, я думаю, после этого харверстера. И 2 этих. Нет, 2 танка, 3 этих.
пехота на самом деле, я не знаю, нужна ли она здесь пехота. Я не знаю, где враги, в принципе, то вообще не знаю, где враги. Но я предполагаю, где-то в этой части карты, наверное, враги. Очень ностальгическая игра, я раньше в такие очень любил играть. Вот, поэтому выйдет этот ролик, наверное, в пятницу. Вот, это демо-версия. По-моему, в нее каждый может бесплатно поиграть, не знаю, я ключик. Может, по релизу дадут нам разработчики, тогда посмотрим уже. Здесь и сетевая составляющая есть, интересно будет попробовать эту игру. Не, вот тут собирай лучше, вот тут. Тут может быть враг, какие-то нехорошие люди. И завод мы строим сначала танки, да? Так, три Харверстера построили мы. Три Харверстера, но денег все равно мало. Ну, надеюсь, танк будет готов. Три Харверстера построили. И то быстрее будет. Это 1500 будет. В принципе, нормально. Танк готов. Вот это танк. Вот это такой танк. Нифига себе. Давай, разведаем. Недостаточно ресурсов. Да, понятное дело. Вы тут собираете? Собирают мои пылесосики. Мои пылесосики пылесосят все. Вот эти сколько стоят? По 80. Ну, давай человек 6 так закажем. На всякий случай. Во. Машинки готовы. Понял. Машинки готовы, турель готовы. Теперь есть какая-никакая маленькая армия и турель, распыляющая газ. Хранилище. Хранилище. Не, я хочу авиазавод для начала. Так, вот солдатики мои. Давай сюда. Трое их здесь. Их еле видно, но можно сделать вот так. Смотри, детализация. Довольно неплохая. Так, еще один танк готов. Это хорошо. Но это легкие какие-то танки. Легкие. Я хочу авиазавод быстренько. Давайте тащите, ребятки. Собирай вот здесь вот. Вот здесь безопаснее, мне кажется. Собирай, давай, собирай. Собирай. Завод пошел строиться. Завод пошел строиться. Давайте, насобирайте. Мне надо больше сборщиков. Это реально. Я тебе точно говорю, надо больше... Больше сборщиков. Иди сюда. Я не знаю, откуда на нас нападать будут, но возможно пойти и разведать что-то там. Где-то там разведать. Вот такую вот турель можно. Ядовитая, да? Распыляющая токсичный газ. Я думаю, это только против пехоты. Так, пойдем, может, в разведку, да? Пойдем в разведку. Готово. Ну, хорошо, пусть будет готово. Мы еще два танка сделаем. И 5 вот этих вот. И один сборщик сделаем. И 10 солдат поставим. Этими пойдем сейчас в разведку. Вот, в разведочку пойдем. А, елки-палки, какие-то строения непонятные. А давай по этому ехать. Давай по этому так. Там не проехать, проехать. Не-не-не, не стреляй, не стреляй. Не привлекай. Опа, здесь песок еще. Блин, здесь везде песок. И я боюсь... По песку ехать этому. Да хорош стрелять. Ой, ёб твою, налево. Минус 2 танка. Понимаешь, минус 2 танка. Вот этого я и боялся. Вот этого я и боялся. Здесь черви. Ёлки-палки то, а. Вот логово червя. Я нихера никуда не доеду. Я еду, я не знаю, куда мне... Вражеская база. Нифига себе. Уйди оттуда. О, сборщик ихний. Вот тут стой. Так, отменить все приказы и прекратить движение. Вот, идти к точке. Вот тут стой. Солдаты, вы сюда тоже. Опа, птички какие-то уже. Нифига себе. Они убьют сейчас его. Блин, и моих солдат сожрали. Ладно. Ладно, здесь уже какая-никакая армия есть. Пару танков. Все готовится. Могу это построить, но надо подождать вот этого всего, чтобы оно достроилось. Пехоты 10. Вот, пехота тоже важна. Маленькие легкие машинки пошли. И еще 2 танка. Но это 3 танка после сборщика. Я понял, где враг. Враг находится, как я и предполагал, на другом конце карты. На другом конце. Но у него база какая-то укрепленная уже, так нечестно.
Так нечестно, мне надо еще больше сборщиков. Все, что мне надо сборщик. Так, вы что, собираетесь здесь? Опа. Они как... Внимание, замечена вражеская армия в сторону нашей базы. Время закончить обучение. Так, обучение закончить, а вы собираетесь здесь. А я нифига не закончил. Так, но у меня есть турель, есть заводец. Давай построим его. Я просто боюсь напряжения, я так и знал. Давай батарею, быстренько батарею. Мне надо все подключить. У меня здесь, в принципе, отойдем сюда, тут за турелью станем. Солдаты, то такое дело. Готово. Готово. Так, где тут включается? Включим. Включим. Самолеты есть, истребители есть. Отлично. 10 штук хочу. Так, потом технический центр хочу. 10 штук истребителей. Так, погнали. Так, у них самолеты какие-то сразу. Офигеть. А я, походу, проиграл. А у меня есть турель ПВО. Но я завод строю. Нет, вот этих птичек долбите. Долбите птичек, там турель. Справится. Подолбите эти корабли, блин. Это жесть, они жесткие, конечно, очень. Очень жесткие, танк долби. Блин, а вы можете этих долбить? Во, все. Долби танк. Долби танк. Я завод строю. Слушай, тут танки, еще самолеты. У меня есть истребитель. Давай. Давай, истребитель. Этого говнюка. Ёлы-палы. Так, ну к ним так не дойдешь. Там... Действительно, может, откуда-то с другого этого. Так, сборщик готов, наконец-то. Сюда давай. Надо тут разведать, поехать быстренько. Надо разведать. Мне надо самолеты, на самом деле, для разведки. Надо самолеты. 8 штук я их заказал. Там еще танки есть. Так, хорошо, ПВО. А, я завод строю какой-то. Кибернетический. Одна турель, это слабо как-то. У меня здесь какая-никакая защита есть. У меня такое впечатление, что они иногда стоят, отдыхают, а не собирают ничего. Так, самолеты. Самолеты у меня готовы. 4 сборщика, наверное, даже мало. Надо 7, видишь, по квесту дополнительно. Вражеский монтажный цех. Защитить свой монтажный цех. Короче, победить врага надо. Интересно. Интересно, самолетики я делаю. Танки мы производим сюда. И опять у меня не хватает ресурсов. Но тут можно самолетами разведать что-то. Допустим, можно. Я что-то так этот, поражаюсь этих песков. Да, я боюсь, потому что здесь черви. Я вспоминаю старые добрые игры. Напиши мне, ты вспоминаешь старые добрые игры? Вот это какие-то строения непонятные. Так, и здесь конец карты у нас, да? Да, смотри, песка еще хватает, в принципе. Это что такое? Логово! Я нашел логово, так. Так, я нашел логово, а ну давай. Давай. Самолетики на логово идут, вы здесь тусуетесь. Солдатик один. Второй, сюда. Сюда, мне надо много самолетиков на самом деле. Штук 20 еще надо. Стоят они, конечно, космических этих... Завод и сборщика еще 3 надо. Вот, а еще танк делается, нифига себе. Так, еще самолетик сделался, давай. Давайте все сюда, на логово. Вы здесь. Так, мне надо ПВО, турельки. А, готово, готов центр какой-то. Не, блин, недостаточно энергии. Что центр делает, непонятно. Технический центр, что ты делаешь? Что ты делаешь? Отключи у меня половину этого. Ой, сборщики делаются. Давай, давай быстрее. Никогда не хватает этих ресурсов. Вы далеко поехали собирать. Что вы здесь разрушили, не? Нифига себе тут ХП. Короче, самолетов надо много. Самолетиков надо много.
Не такие уж и сильные они. Так, подключаем. 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 Так, мне надо еще батарея, я не могу это подключить, да? Понял, ну давай хотя бы вот это включим. Это что у нас? Это казарма у нас. Включим обязательно. Что вот это делает? Не знаю. Я не знаю просто, что делает здесь. Я давно в такие игры не играл. Что ты делаешь? Так, батарея ставим. Все, все включено. Отлично. Отлично. И что-то ничего мне это не дало. Вообще, обогатительная фабрика. Завод, авиазавод. Турель ПВО я хочу еще построить. Это, наверное, обязательно надо. Так, тут самолетики делаются, машинки делаются еще, танки. Ну, такое себе. Что этот технический центр мне дает? Вот где можно почитать, что он дает, технический центр? Я не вижу вообще ничего, чего добавилось бы. А, вот, минометчик добавился. Я слепой, давай 20 минометчиков сделаем. 21. Вот казарма, пусть тут собираются где-то минометчики эти. Ну, это такое, наверное, себе. Опа. Блин. Это кто такие? Вы как сюда прилетели? Давайте одного хоть добейте, а? Пожалуйста. Они охотятся за нашими сборщиками. Оу! Убиваем его. Нифига себе, а почему у меня таких кораблей нету? ПВО. ПВО, поставим ПВО. Вот здесь, наверное, аж. Харвестер готов. Самолетик готов. Собирай песочек. Ты чё, дурак? Отходи отсюда. Так, мне здесь надо в свою эту, а? Блин, они, конечно, жесткие ребята очень. Очень жесткие. Они так всех харверстеров моих перебьют. Да быстрее стреляй. Да, блядь, давай подъедь, что ли. Почему некоторые не стреляют? Мне надо вот этот танк завалить. Харверстер, уходи отсюда. Блин, и здесь харверстеры, все мешает мне. Убейте танк этот. Завалите его нахер. Собирай песок, не стой. Слушай, а чё я так долго стреляю по этому танку? Блин, мне надо харверстеры делать, еще 3. 14 самолетиков, гранатометчики, все надо. Ёлы-палы, здесь самолеты стоят, вот гранатометчики. Сюда, валите. Харверстер, иди сюда. Собирай, значит, здесь всю херню. Ты что, специально здесь стал? Отъедь, пожалуйста. Они уничтожают моих. Так, короче, мне надо здесь охрана, я понял. Мне надо здесь охрана. Вот эти будут на охране. А мне надо охрана. И мне надо турель ПВО, да? Турель ПВО. Поставим здесь. Турель ПВО мне надо вот здесь. Вот где-то еще обязательно они могут и отсюда прийти. Yes, да, мне надо гранатометчики. И как они так проходят, не попадаясь на червей вот этих вот? Мне надо самолетов, очень много. Я хочу к ним просто долететь. 30, если честно, можно даже 40. И сборщиков очень много надо. Сборщиков надо прямо вообще. Вот, недостаточно ресурсов. Мне надо сборщиков очень много, штук 20, наверное. Чтобы они собирали ресурсы и постоянно ходили сюда с этими ресурсами. Вот, еще один самолетик. Пойдешь сюда, но мне надо, это такие, будут здесь стоять, наверное, постоянно. Здесь стоять. Мне надо, на самом деле, гранатометчик сколько стоит? 200, нифига себе. Танк 400, то есть гранатометчик стоит
Как два танка. Так, вот они, Харверстеры. А, ну так не сильно побили их. Они есть, они собирают. Отлично. Отлично, отлично, отлично. Мне надо так, турелька. Турель ПВО, я хочу здесь поставить одну турель ПВО. На всякий пожарный, как говорится. Вообще и здесь где-то в центре можно поставить. Хай, пусть гранатометчик здесь самолетом дежурит. Вот здесь, на этой стороне. Хотя бы я пойму, когда они будут нападать. Так, Харверстер готов? Харверстер нет? Нет, не готов. А сейчас гранатометчиков делают. Ну ладно, пусть делают. А я не знаю, как отменить. Вот, минометчик. Отменить все приказы. Но это я минометчика выбрал. А вот самолетики, допустим, тут что я делаю? Правой кнопкой мыши не отменяется. Бездействующие сборщики. Ты чё? Ты чё, бездействующий? Блин, мне, походу, надо... Они отсюда заходят. Мне здесь надо держать всех. Так, быстро сюда. Быстро сюда. Быстро здесь собирай. Не, они на тебя заагрены, дружище. Давай вот сюда вот. Вот сюда, в этот завод. Попробуй заехать. Либо в этот. Может, подчиниться можно. Да, вот этого говно надо сбить. Вот, и едем сюда. Блин, здесь неудобно мне воевать. Здесь и танк. Подожди, отступаем. А куда отступаем-то? Давайте, давайте в атаку. Гранатометчики. Так, всех, короче. Бросаю всех на танк. Нихера себе у них армия, блин. Сколько у них этих сборщиков. Этот тут стоит, почти подбитый. И на самом деле, я не знаю, можно ли ремонтировать его. Я не вижу кнопки ремонта здесь. Уничтожить можно. Здесь что-то можно делать? Он не ремонтируется, я понял. Это очень плохо. А их передавить можно? Давай, 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 на завод чеши. Вы атакуйте этого. Не, ну он вообще красава. Гранатометчики, вы чё? Самолетик тоже стоит без дела, давай. Я так никогда не насобираю армию. Но игра в бета-тесте, возможно, что-то не отрегулировано как бы еще. Потому что, ну, непонятно, как это пройти. Быстро собирать ресурсы. Быстро собирать ресурсы. Я вас делаю, а вас уничтожают. И там я ничего поставить не могу. Твою мать. Кто здесь еще? Харверстер, едь собирай. Я не могу разделять просто их. Фига себе, они жесткие, конечно. Харверстер, собирай, пожалуйста. Я к ним не могу доехать просто. Я не могу доехать к ним. Гранатометчик один пусть тут хотя бы стоит. Я не могу доехать к ним. У меня нет ресурсов, чтобы сделать столько самолетов и всякой фигни. Стойте здесь, в этих развалинах. В эти развалины можно разрушить? Можно. Но не знаю, надо ли. Надо ли их рушить. Три Харверстера. Офигеть, осталось. Нет, вот еще один. Собирай, пожалуйста, собирай. А мы что, тут все собрали, да? Мы все собрали. А вот здесь ближе будет собирать. Самолетики. Поехали, разведаем карту вот этими двумя. Остальные пусть делаются. Я надеюсь, блин, танк стоит здесь. Поставь здесь. Поставим здесь. Просто офигеть, конечно. Мне надо разведать, мне надо понять, откуда они идут. Откуда? Валят они, конечно, но игра довольно интересная. Довольно интересная, хоть и демо-версия, допустим. Я в стратегии вообще уже тысячу лет не играл. Недостаточно ресурсов. Так у меня там Харверстеры эти, есть еще Харверстеры. Встань сюда. Нет, у меня все в работе. Здесь пески, и как бы я не знаю, как они проходят так, сквозь червей этих. Но, возможно, отсюда пройти. Опа, идут, идут, идут. Harvester standing by your order.
Видишь? Так, они едут отсюда. Хорошо, у меня что-то готово, Харверстер. Собирай, иди. У меня есть какие-то воины, блин. У меня только гранатометчики есть, офигеть. Я не там защиту строил, получается. Вот, они уже приехали. Самолетики есть у меня? Один. И где-то там еще летают. Давай. Вот эти ребята очень медленно едут. У них машинки, посмотри, как машинки уничтожают, да так нечестно. Откуда у вас столько херни этой? Где мои те три самолетика? Почему их нету уже? Короче, это не так просто. Я давно не играл, наверное, в эти стратегии, но вот такой вот пятничный и легенький ролик получился. Мне сейчас дадут все. Мне жопа. Мне бессмысленно, мне надо начинать по новой и, в принципе, начинать правильно. То есть, самое главное, первое, это делать побольше вот таких вот машинок, рейнджеров. И самое большее, это сделать харверстеров штук 20, потому что, ну, так вытянуть реально не получается здесь просто. И посмотри, они реально лезут отовсюду, то есть, у них сразу изначально здесь... Офигевшая база, ты посмотри, с забором, со всей фигней и, наверное, максимальная сложность, я так думаю, врублена, потому что не на максимальной, наверное, я бы их стер бы отсюда, я думаю, что максимальную в бете подключили. Но, тем не менее, я тебе показал эту шикарную игрушечку. Давайте выйдем в главное меню, я понял, это Барк Харам. Довольно неплохая, и хотелось бы посмотреть другие фракции, но, возможно, она появится в релизе, либо в каком-то супер раннем, либо позднем бета-тесте, и мы обязательно на нее посмотрим. С вами был, как всегда, Алекс. Пока-пока, до скорого. Видишь, сетевая игра еще есть, это важно.